Привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». Я вам улыбаюсь. You like it's my life. А я так улыбаюсь. Короче, мы только что покинули Sam's Club. И, в общем, как вы знаете, кто смотрит наши продуктовые влоги, у нас схема была определенная. Раньше мы ходили в Костко, потом мы шли в Sam's Club. И в Sam's Club мы обычно покупали зелень, типа огурцы, помидоры, перцы, куриную грудку, рыбу. В общем, у нас продукты конкретно были разделены, которые мы где берем. Вот. И сейчас мы больше, все больше и больше нажимаем на зеленку. И вот, в общем-то, нам в Костке ничего не надо было, по большому счету, сегодня. И мы сразу поехали в Sam's Club. Но как-то получилось там очень грустно. Как вы уже видели, не было там ни огурцов, ни перца. Ничего там еще не было. Помидоров детских не было, маленьких. Надо оттуда начинать, что ли? Вот. И, в общем, вот так вот грустно получилось. Короче, вход определенная схема входа. Мы с той стороны возьмем. И, в общем, мы решили переехать в Костку в надежде купить здесь что-нибудь. Вот. Также мы не купили... Также мы не купили куриную грудку. Потому что ее тупо не было в Sam's Club. Вот. Что-то мы со входом запутались, наверное, да? Что-то тут Костка наворотила. Поехали туда, зайка. Зай, ну вон ходят. Тут напутались со входом. Надо по-новому сходить. Вот, и мы сейчас едем... Идем в Костку, вернее, в надежде купить то, чего мы не докупили. Ну и, в общем, вы все увидите. А в Костке изменили цепочку въезда. Новый лабиринт построили. Давай пропустим, а то... Женщина слева так обгоняет. Я не понял, еще одна обгоняет. Как будто нас не видно, короче. Они думают, что мы просто кино снимаем. В общем, на входе в Костку нам выдали... влажную салфетку и не спросили членскую карточку. Sam's Club делает все как-то наоборот. Ну и что я вам хочу сказать, что в Костко проходы стали еще шире. Людей еще меньше. Народу еще меньше. В общем, походу сейчас все, наверное, в магазин. Ходят по очень большой. Нет, сейчас мы отойдем просто от рации. Нет, зайка, сейчас все в магазин. Не дают поговорить. Короче, мне кажется, в магазин сейчас все ходят утром, потому что видимо, ну реально, вот вчера я с другом разговаривал, он тоже поехал после обеда и тоже говорил, мяса не нашли. Поэтому народ, который просек эту фишку неделю-две назад, наверное, теперь с утра ездит. Надо будет и нам попробовать так. Потому что... В пятницу. Вы сами видели, что, в общем, в Sam's Club там, ну, можно было при желании купить мясо, но это остались, так сказать, элитные сорта, то, которые раза в 2,5 дороже там и прочие дела. Кто-то взял красивую бутылку шампанского, смотри, хочу показать. И оставил. Ну что ты говоришь, нет? Вот, Леша. Что-то нет. Нет, говядина всегда что-то купить. Дай, нам вот такая надо, только зеленая. Короче, нам надо пересадить юку, и Маришка ищет горшок. Зай, ты еще урони его. А что, пару в магазине? Короче, $40. Ну только что ты будешь делать? Ну только не синюю, я не люблю синюю. Я думала, может, да, зеленую, да. Зеленая свежая. Да. Ну смысл-то понятен, что она должна быть высокая, а не низкая. Авокадо, кстати, Костка дороже. Сейчас я очки сниму и посмотрю. Сколько там штук, зайка? 5 или 6? А нет, 6 штук, так что цена та же. 6, да? Мандарин тебе надо посмотреть. Ну что? Уже маленькие вижу. Ну, пошли возьмем. И мандаринок мы хотели бы закупить. А как цена? 5,79. Хорошая цена. 2 ЛБ, да? Ты сомневаешься в них? Я поковыряюсь. Какие-то они как зеленоватые. Mm. Ну, выбирай, я по кругу обойду. Зая, тут вот еще есть одни, посмотри.
А, ну понятно, ты эти не захочешь. А так здесь, тоже два выбора. Давай. О, красная черешня появилась. Нет, черри. Вишня. 8,99 за 2 рубля. Ну, еще зеленоватая чуть-чуть. Подождем. Вишня появилась. Блин, а мы там ни разу, кстати, по большому счету и не были. Да пошли в холодильник. Или первый раз. О, перчики, Зай. Отлично. 5,69. Хорошая цена. Я предлагаю смотреть, если они не вялые, брать 3, не стесняясь. Может, резать? Не-не, 3 зайки. 3, так 3, Марина. Хороший такой холодильничек, курничка Зай, есть. А в холодильник влезет ли это? Влезет, бери третья, я пошарюсь. Клубника по 4,99. Сейчас мы ее понюхаем. А, хорошо пахнет. Ежевика. 4,79. Клубника другая. 2,99. Прикольно. Зайка, смотри, тут два вида клубники. 2,99 за 2 лбэ. Почем мы взяли в Самскладе? А там 4,99. Может, нам еще коробочку зацепить или нет? Маленькие перчики и другая зеленка. Нет? Нет? Шампиньоны не хочешь приготовить? Да ну их надо. Куда пойдем? Пошли. Иду. Вот такие вот всякие сладости. Маришка хочет, наверное, купить гранат. Катаринка у нас гранат захотела. Ты хочешь, Катарин, тебе гранат взять? Да, я не понимаю, они хорошие продают. А я думаю, что понимаю. Нет, по одному, Зайка, на них вот этот штрих-код стоит. Выбирай, который покраснее, типа. Да, мне кажется, что они продают все-таки хорошие. А может и коробкой. Ну да, коробкой, наверное. Ну, коробку мы не съедим, я не знаю, что делать. А где на них цена? Почему нет? Ладно, надо будет, может быть, Вова или там Smart Infinite. Или спросить у кого-нибудь. Пойдем на мандарины попробуем. Почему цены нет? Может быть, сбоку написано? Должна быть где-то цена. Пошли сбоку посмотрим. Сейчас я скажу, постой около тачки. Короче, как раз шел работник магазина, коробка этих гранатов стоит $16.99. Можно было бы купить, но дело в том, что мы целую коробку можем не осилить. Жалко будет, если испортится. Поэтому посмотрим, может быть, где-нибудь в магазине будет продаваться отдельно один гранатик. Потому что, как было в прошлый раз, когда Сашка заказал арбуз и не стал его есть. Может так получиться, что Катаринка хочет граната, когда начнет его есть, придется нам душиться. Сколько там было, штук 9 их, наверное, да? Ну, да? Вот, это будет очень долгая песня. Поэтому купим один, если она его съест, тогда купим коробку. Все, идем в мясные ряды. Ну что, какой вот ты? Такой может без хвоста кусок или хвостовой? Ну, хочешь без хвоста? Ну, маленький такой. Я не знаю. Ну, выбери ты так. Вот, 13,87. А это сколько? 14. Ну, это не похоже. А посмотри хвост, сравнить с хвостом. Где у него здесь вес? 0,87 лб. 0,87. Они все по 0,87. Мне кажется, лучше тогда не хвост. Ну, бери вот это. Берем такую. Взяли одну рыбку. Двигаем дальше. Я, наверное, объехать должен. Пошли по тому ряду, вот по этому пройдем. Здесь у нас всякие морские гады, лобстеры. Не лобстеры. Не знаю, какое-то красное мясо, чье оно. Очень красное, очень мясо. Из рыбы какие-то котлеты сделанные. И всякая другая рыба. И много-много рыбы. Зайка, кстати, как эта красная рыба? В сравнении с... Дороже, да?
А вот это, смотри, это окон лежит или что? Я не знаю, что это. Мы не знаем, как это. Короче, кто знает, напишите. Фрэш Фарм. А, так вот же написано, что ты лапия. Красная, прикольная. Что она такая страшная? Она не чищенная, наверное. Мы такую тилапию не любим, да? Ну что, двигаем? Давай на ту сторону. На ту? Пошли. В общем, рыбы хватает. А вот таких вот не хочешь? Кривитосов зеленых поесть. Тут ягоды не засыпали. А как в отношении блюда резать? Я что-то там цену не запомнил. Маргани. Малина дороже в два раза с лишним. В общем, вот поэтому у нас такое разделение по продуктам Costco и Sam's Club, что потому что где-то какие-то цены немножко играют, и мы смотрим, где что интереснее покупать. А по мясу я вот вижу, что свинина есть? Да. Да, ребра есть, свинина есть. Куриной грудки нет. Тоже лежит курица либо целая, либо четвертины. Маришка там что-то смотрит, а я пойду пока с другой стороны сыры посмотрю. Короче, здесь у нас сырный ряд. С другой стороны колбасно-сосисочный. Ну, мы не будем эти всякие. Нам не надо. Идем туда, куда нам надо, да? Угу. Пошли. Куда нам надо? Нам надо воды сходить зацепить. Пойдем посмотрим, может, какой-то десерт. Давай зайдем в этот ряд. Осторожно. Давай зайдем туда-сюда, походим. А то сырный продолжается. Всяких других полуфабрикатов. Сыров и полуфабрикатов. Колбасы нарезанные солями. А вон, кстати, охотничьи колбаски. А-ля охотничьи колбаски. 13,59 за сколько? ЛБ, наверное. Но они какие-то бледные. Я не знаю. Слабокопченые. Короче, охотничьи колбаски, если мы захотим, мы все-таки, наверное, съездим в Джонс и купим себе пару палочек, чтобы сразу съесть и не коптить их, потому что все, что из Джонса, все очень быстро в холодильнике портится. Так, мы сейчас в десертном ряду, и десертов вообще не наверное, видим. Наверное, что-то поменяли местами, потому что этого нет. Почему-то десертов вообще не видно. Будем искать. И, кстати, десертов не было в Sam's Club. Помнишь, вот те маленькие стаканчики? Я бы, если бы увидел, я бы взял их сегодня попробовать.